Виталий и Дарья – пара, для которой 14 февраля теперь не только день влюбленных, но то, что расписаться выпало именно в этот день, считают лишь счастливым совпадением. Познакомились вот как в лучших фильмах, как в телесериалах, да, любовных. В общем, все спонтанно. Встретил Дарью в первый же день, сказал, да, что женимся, поедем на Кубу. Вот. Дарья не поверила, хотя, говорит, влюбилась тоже, как бы с первого взгляда, да, что она почувствовала своим сердцем и душой. До свадьбы пара встречалась около полугода. Узаконить свои отношения решили в 2016-м. Официальное предложение это было после Нового года. Да, это было 1 числа. Встал на коленку, признался в любви, сделал предложение. Мы не выбирали дату, это так получилось. Да, мы приехали в ЗАГС подавать заявление, и так выпало. И вот, наконец, долгожданный момент. Через мгновение на свете появится новая счастливая семья. Пара обменивается кольцами и скрепляют свое решение подписями. Подтверждается взаимная сгода носить спільне прізвище Правило. Хочу пожелать молодоженам большой взаимной любви, которую они уже приобрели, в принципе, да? Жить в понимании, доверять друг другу, быть опорой для своих родителей. Ну, пускай они будут счастливы. Я думаю, все у них будет хорошо, здоровых деток побольше. Ну, а мы чем сможем, тем поможем. Теперь молодые считают, что Святой Валентин станет их покровителем. 14 февраля считается самый нежный, самый романтический праздник. В последнее время приходят будущие молодожены подавать заявление и говорят, нам нужно именно этот день, нам звезды. Мы все рассчитали, все очень многие привержены тому, что там ходят гороскопы, там нумерологи высчитывают. Но на самом деле, когда они приходят, подают заявление, я всегда им говорю, ребята, самое главное, верьте в свои чувства. Станислав Печурин, Дмитрий Сахно, ТВ5.